Если мы относимся к своему храму как к миссионерской территории, то скольким людям мы можем помочь обрести веру и приобщить их ко Христу? Так считает православная молодежь Геленджика. А свои слова подкрепляет делом. Так каждое воскресенье после поздней божественной литургии все приходящие в Свято-Вознесенский кафедральный собор Геленджика могут обратиться с вопросами к активисту православного молодежного движения «Верность Геленджик», а также взять книгу из переносной миссионерской библиотеки. Также можете стать участниками молодежных встреч со священником, которые проходят каждую субботу в 19:00.